После того, как вы стали приглашать людей, у вас появляется цель. Цель – это переход на второй уровень системы ПРО на 12%. И каким образом можно выйти на 12% очень быстро? Вообще на это, на выход на 12% дается 6 недель, 2 каталога, ну максимум 3 каталога. Сделать это реально. У меня есть консультанты, которые каждый каталог закрывают новую ступеньку. Например, первые 3 недели они вышли на 6%, вторые 3 недели на 9% и третьи 3 недели на 12%. Это реально работает. Но если бы они работали еще эффективнее и активнее, то они бы вышли на 12%, даже, может быть, в течение одного каталога. Поэтому цель всех спонсоров, которые начинают приглашать людей, начинают сопровождать консультантов, перейти на второй уровень системы ПРО на 12%. Итак, что такое ключевая команда? В ключевую команду мы берем всех тех, кто желает работать, ну, конкретно в нашей ситуации, по системе ПРО. Каким образом мы набираем в ключевую команду? Вот я вам сейчас прямо под диктовку дам возможность записать текст отбора в ключевую команду. Поэтому, если у вас есть желание, берите ручки.